обожаемая бугенвилия, и белая, и оранжевая, и розовая, какая тут только нету. Вот такой вот отель Мовенпик Вальсохна на берегу Красного моря. Очень тепло, хорошо, жарко, тепло, хорошо, тут жарище просто. Мы уже покупались, потом еще раз сходим, мы искупаемся с Инной Николаевной. Там на банане возят. В общем, тут красиво отдыхают только арабы здесь. Это самый, наверное, ближайший пляж. Ой, отель от, я так понимаю, Суэцкого канала. Если ехать из Каира. Из Каира это 150 километров. Ну, в целом за 1:40 добрались сюда. Все очень классно, хорошо, прохладно, кондиционер работает.